Андрей Нигинский родился 23 сентября 1989 года в Москве. В 2011 году поступил на бюджетное отделение актерского факультета ВГИК, мастерская В.П. Фокина. Он снялся в некоторых рекламных роликах компании «Билайн», «Мегафон», «Эльдорадо», «Нестле», «Трансаэро» и «МТС». Стал известен благодаря роли Артема Калинина в сериале «Закрытая школа» на СТС. Андрей снимался в сериале в первом и втором сезонах. До 2010 года работал графическим дизайнером. Выступал в шоу Андрея Бартенева. С 2009 года. Актер театра «БУ», театра-студии, созданной при музее, «Булгаковский дом», театральные работы, «Мастер Маргарита», «Коровьев», «Прощание в июне», «Веселый», «Между двум стульями», «Жон», «20 минут с ангелом», «Скрипач», является участником творческого объединения «Киноартель» и солистом музыкальной группы «Золушка», «Поп-рок»,